Чтобы собрать средства на лечение молодого сочинского активиста Арутюна Мхитаряна, в прошлом году в Адлере прошли два благотворительных концерта. Арутюн – председатель молодежного крыла армянской общины «Сиван». В конце года ему сделали серьезную операцию в Москве, удалили опухоль головного мозга. В январе парень приехал в Сочи и вот в свой 20-й день рождения собрал всех, кто помог ему вернуться к жизни. Концерт благотворительный, чтобы отблагодарить всех людей, кто был рядом с ним, кто помогал нашей семье. И это цель для того, чтобы мы поняли, что люди друг другу должны помогать. Вместе мы добиваемся большего. В концерте приняли участие коллективы районного дома культуры и культурного центра «Сиван». Как и в 2018 году, зрителей было много. Мне 20, и я уже успел осознать значение слов «Вместе мы жизнь». И это не просто так. Наш концерт называется «Вместе мы жизнь». И наша команда также будет называться «Вместе мы жизнь». Арутюн создал волонтерскую организацию. С друзьями он уже побывал в детском доме ребенка, в доме престарелых, помогли детям с различными заболеваниями. И впредь молодые люди собираются двигаться в направлении благотворительности. Я помог ему организовывать это все. И концерт получился настолько таким хорошим, насколько сам человек. То есть заряжает энергией, бодрость, остается только положительные эмоции. И все молодцы. И хэштег «Вместе мы жизнь». Добро, благотворительность, помощь и сострадание. Только тот человек, который прошел через боль, может в полной мере осознать значение этих слов и ответить теплом своего сердца. Елена Овсецна, Алексей Кононов, телекомпания ФКТ.